Друзья, всем здорово! Вы на канале «Китаец отличился», меня зовут Руслан, и у нас сегодня небольшая распаковочка. Так, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик. Так вкусно. Жена маленькая помогла, раскидала тут, пока меня не было, пока я на сутках был. Ну, что поделаешь уже, что было, то было. Тут чисто мелкие заказы, которые были чисто для меня. Ничего, по-моему, клиентского нет, ну, не факт. В первом пакетике у нас здесь все, как обычно, почта Гонконга, все дела. Что у нас указал подарок? У нас опять Sellout Goods. Блин, уже все стандартно. Оценил в $1, вес 34 грамма. Ну, да, где-то так. Это у нас жало на мой паяльник, на мою станцию паяльную, кто не видел. Где-то там в видеозаписях можно посмотреть, я там показывал станцию свою. Сделано в Китае. 5 штук, цена около 120 рублей. А эти жало мне уже приходили. Приходили они бесплатно. То есть китаец просрал с временем доставки, и я вернул деньги. А после этого пришли жало, но я думаю, уже обратно не стоит отправлять за 100 рублей жало. Поэтому китаец лоханулся. Но в следующий раз заказал уже у него же опять. И тем не менее он мне их отправил. Я думал, честно говоря, он мне их не отправит, но отправил. Во второй посылочке у нас здесь шопинг, все по-китайски, это название магазина, судя по всему, вес 20 грамм. Здесь у нас очередной кит-набор, когда-нибудь мы уже, наверное, соберем эти кит-наборы. Есть динамик, кондеры, микруха какая-то, колодка, кнопка, плата, инструкция, все имеется. А это, насколько я помню, должна быть музыкальная шкатулка. Стоит тоже до 100 рублей, но не факт. Я цены не помню, это было заказано давно, оно у меня все еще лежит в магазине. И как бы бывает, цены забываю. Здесь вещь, которую я очень долго ждал, потому что в Челябинске они почему-то закончились. Вот прям раз и все, и кончились. И пришлось мне заказывать это дело с Китая. Давайте подрежем. Здесь у нас в антивандальном пакете находится разъем зарядки на Honor 7C или 7A, уже не помню, честно говоря, на Honor. И знаете что, мне придется его перепаивать, потому что очень-очень ужасная пайка. Очень ужасная пайка, а цена у него такая же, как у нас. То есть у нас цена такая же в магазинах, но у нас паяют лучше. Ну как у нас, привозят лучше пайку. Дальше пойдем. Здесь у нас очередная почта Гонконга. Safe at Goods, 40 грамм, $2. Уже подороже. Вот эта посылка меня тоже порадовала. Очень быстрая доставка. Очень быстрая. Это у нас тачскрин на, по-моему, DeXP, если я не ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Ну, на какой-то китайский аппарат, на который в Челябинске запчастей нету. Заклеено все. Транспортировочная пленка. Вот эта матовая пленка меня бесит. Ее отсюда снимать замучишься. То есть здесь нету хлястика, чтобы его снять. В комплекте также есть зачем-то салфетки. Влажная, сухая. И вот этот вот беспонтовый скотч, который они всегда ложат. Не знаю для чего. Который абсолютно не пригождается. Лучше бы ложили маленький тюбик клея. У них есть B7000. Вот таких маленьких тюбиках мне приходило. Где-то в распаковках я показывал. Вот там вот ровно. Ну даже нет. Там, наверное, раза на два приклеить дисплей хватит. Тач. То есть у них есть это все. Но они почему-то ложат вот эти скотчи. И, ну, себестоимость этого клея, я думаю, там 3 копейки. Вот так вот Почта России ушатала угол. Поэтому китаец правильно упаковал пенопласт. Некоторые товарищи китайцы у нас упаковывают по старинке в пакет. Один раз, помню, приходила, не доехала. Ну, блин, такое бывает. Здесь у нас опять шопинг АЕ. Все для меня. Целых 100 грамм, ну какие тут 100 грамм, 100 грамм довольно нету вообще, я бы так сказал. Открываем, опа, отвалилось. И тут у нас китаец, честно говоря, пожалел у нас пупырки, видели, да? То есть не полностью замотал, чисто укрыл.
позаботился, так прикрыл тач, чтобы тач у нас доехал. И это у нас, эту коробку я уберу, пожалуй. Это у нас тач на китайский планшет. Он даже, по-моему, no name. И я тач нашел чисто по маркировке на шлейфе. Там, да, планшет просто жалко его выбрасывать. Он полностью рабочий, старенький. Там ни сим-карты, ничего. Android старый. И у него битый тач. Тач я вот нашел в Китае за 300 рублей. Думаю, сейчас склею. Тут уже нанесен, как обычно, у нас скотч двухсторонний. Вот это, кстати, скотч еще ничего. Но вот тут я клея бахну все равно, потому что где шлейф, скотча нету. Видите, да? Отсутствует скотч. Думаю, склею и, ну, хотя бы за 1000, может, рублей за 800 я его продам. А кому-то сделаю приятно, может, у кого-то нет возможности купить дедишкам планшет. В наше время это актуально. У нас довольно-таки бедно люди живут. И приходится вот так вот выдумывать что-то, чтобы людям сделать хотя бы какие-то бонусы. Не считая моих розыгрышей в группе магазинной, не в группе канала, а в группе магазина. Так что радую вот так вот людей. Вот такая была небольшая распаковка. Ну как, распаковка, жена помогла. Вам, товарищи, спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео обязательно. Проходите в описание. В описании найдете ссылочки на все эти товары. Проходите по ссылочкам, смотрите, покупайте. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.